Фитнес-клуб «Флайт» со своей стороны подарит вам сегодня заряд бодрости, энергии и хорошего настроения. Есть огромное количество танцевальных мастер-классов, есть силовые мастер-классы, подвесные системы. На самом деле здесь каждый может для себя выбрать что-то по душе. Уровень очень крутой, впечатления максимально положительные. Единственное, что очень жарко сегодня, насколько я знаю, больше 30 градусов. Линолеум находится под наклоном, если вы увидите. Но опять же, это отличная тренировка для ребят, поэтому все очень круто проходит. Ну, мне очень все понравилось, здесь очень крутая организация. Я старался, ну, я, конечно, сюда еще раз вернусь и сделаю лучше. Сейчас прошла первая практика йоги на открытом воздухе. Потрясающее абсолютно ощущение, потому что трава и свежий воздух дают йоге дополнительные преимущества. Они позволяют расслабиться и погрузиться полностью в себя, заниматься только своим телом. Здесь мы проводим нормы флайт. У нас есть приседания на полусферах, планка, прыжки в длину и бёрпи. Здесь мы проверяем, насколько у нас спортивные люди в нашем городе. Организация просто высший уровень. Очень интересные станции. Есть разнообразие, куда пойти, где отдохнуть, где позаниматься спортом. Все очень, очень нравится. Это тренажер, который вы можете потренировать скоростные качества, выносливость. Лыжные гонки летом. Весело, все подходят, участвуют, спрашивают. Здесь у нас это киллер-воркаут и полоса препятствий. Киллер-воркаут – это круговая тренировка, полоса препятствий состоит из трех упражнений. И вы проходите, получаете приз. Фитнес-клуб «Флайт» предлагает сайклы. Такого еще в Ижевске у нас не было, чтобы сайклы привезли сюда, петли, прям целые рамы. Подвесная система, которая нестабильна, дает вызов вашему телу, вашим физическим возможностям. Турнир прошло хорошо, много зрителей пришло болеть, участвовали много спортсменов. Еще желающих было много, просто времени не хватило еще больше участников выставлять. Но турнир и дети выступили, и взрослые выступили. В целом, без травм, без крови, все хорошо обошлось. Сегодняшний праздник очень классный, замечательный. Погода очень вот, прямо жарко здесь, и я бы сказал, что аудитория очень классная тоже. Вот. Можно это не ожидать, что люди бы вышли. Я думал, все в огороду ехали, но все здесь с нами тусуются, танцуют, улыбаются. Это все, что нужно для радости. Так что это классный день, классный праздник.